Милиция Беларуси имеет большую историю существования. 25 лет из них в структуре существует войсковая часть 55-26. Правопреемница 146-го отдельного специального моторизованного батальона милиции СССР. Сегодня она входит в состав 4-й отдельной специализированной милицейской бригады внутренних войск МВД Беларуси и имеет свой круг профильных задач. От охраны общественного порядка и выполнения конвоирования до кинологических вопросов и нюансов разминирования. В целом часть, как по итогам 2017 года, так и за 9 месяцев 2018 года занимает лидирующие позиции в составе бригады. На фоне аналогичных воинских частей республики внутренних войск, также, что касается особенно службы по охране общественного порядка, участие передовые позиции. Но это, естественно, благодаря тому личному составу, который несет службу и днем, и ночью. Конечно, те, кто пришел служить в подразделение почти четверть века назад, сегодня отмечают ряд положительных изменений. Преобразовалась инфраструктура части, автопарк пополнился современными автомобилями, улучшилось материальное и техническое оснащение. Люди были нормальные, хорошие, добросовестные, выполняли свой воинский долг. Ну, конечно, по оснащенности у нас было далеко не такое подразделение, как в настоящее время. В настоящее время войсковая часть 55-26 это, ну, имеет все для того, чтобы нести службу, имеет отличный офицерский состав, который способствует и делает всего, все необходимое для того, чтобы воспитывать людей, прививать им чувство долга, достоинства. В день рождения просторный зал драмтеатра стал местом встречи давних друзей, коллег-сослуживцев, всех тех, кто писал летопись соединения все эти 25 лет, а также те, кто оценивает эффективность выполняемых частью задач, представители Министерства внутренних дел и местной вертикали власти. Заслуженные грамоты получили в этот день целеустремленные и перспективные военнослужащие. Мы обучаем наших военнослужащих тем навыкам, умениям, знаниям, которые пригодятся в первую очередь на службе. Также готовим как в идеологическом плане, морально-психологическое состояние поддерживаем на должном уровне. Вопросы безопасности, они всегда актуальны в нашем обществе и в военное время, и в мирное время. А вы являетесь гарантами этой безопасности и уже на протяжении 25 лет несете эту очень непростую, я бы сказал, тяжелую службу, но которая так нужна нам, жителям города Бреста, Брестской области. Поэтому низкий поклон и спасибо вам за эту работу. В торжественной обстановке под аплодисменты зала на сцену поднимались все те, для кого войсковая часть 55-26 не просто место службы. Это любимая работа, которой каждый из этих людей отдается сполна. Сегодня они и ветераны службы – пример для юного поколения, кадетов патриотических классов, которые совсем скоро продолжат дело охраны правопорядка. У вас полный порядок, у вас есть взаимодействие со всеми силовыми структурами и, что очень важно, есть взаимодействие с городскими властями в плане решения всех тех вопросов, которые могут встречаться вам, вот неся службу. Юбилей – приятный повод вспомнить все то хорошее, что было за 25 лет существования части. Однако это и время, чтобы подвести итоги и определить приоритеты развития подразделения на ближайшие несколько лет. Будет меняться многое, но главное для каждого правоохранителя слова «Служим народу, закону, отечеству» останутся ориентиром на долгие годы.